Чем же закончилось это ваше противостояние с КГБ, если оно закончилось? Ну, во-первых, по-видимому, оно не закончилось. А во-вторых, мы же с вами говорили, что на самом деле все диссидентское движение в России в значительной своей части было не столько достижением каких-то результатов, там, скажем, создания какого-то нового образа правления в России, сколько выражением внутренней невозможности каждого из действующих лиц жить иначе. Там, или молчать, скажем. То же самое Лара Багараз, там Наташа Горбаневская и другие, там, кто, скажем, шли на лобное место, они же не думали, что русские войска будут выведены из Чехословакии. Они просто считали для себя невозможным молчать и тем самым быть соучастниками вот этой ситуации, этого вторжения. Вот. И что касается КГБ, то это, в общем, ситуация сходная. Хотя, на самом деле, конечно, гораздо менее, может быть, очевидно, но, во-первых, вы не правы, когда вот в незаписанном вами вопросе вы говорите, что я был единственный. Во-первых, я не был единственный, множество людей или работало в гласности, или участвовало в этих конференциях, или, там, скажем, писала проекты законодательства о спецслужбах и так далее. То есть на самом деле это было вполне многочисленное движение за реформирование российских спецслужб, поскольку понимание того, что это была преступная организация, и остается, что сохранять ее в такой форме совершенно неприемлемо ни для людей, ни для страны, ни для мира. Это реально опасная структура. И если не предпринять все, что можно, то она такой и останется, и так произошло. Вот. Ну, другое дело, что, может быть, я в какой-то степени оказался организатором этого. Ну, тут, ну, может быть, потому что действительно я к этому времени пробыл много лет в лагерях, волей-неволей имел с ними дело, и в каких-то случаях довольно хорошо понимал их психологию. И мне это казалось действительно первоочередным делом. Может быть, потому что то, что я в 93-м году, когда начались конференции КГБ, мы постоянно говорили и писали о том, что на самом деле роль спецслужб меняется и становится даже более опасной, чем в советское время. Ну, действительно, может быть, большая часть людей не видела или не понимала,
скорее всего, потому что не хотела видеть, не хотела понимать. На самом деле, вот такая глухота или слепота к вполне очевидным вещам, с моей точки зрения, вещь гораздо более распространенная, чем это кажется и людям вообще, и, скажем, психиатрам. Я дважды с этим встречался, ну, собственно, у самого себя. Мне не перестает это поражать, в общем, но тем не менее, я уверен в том, что это широко распространенная у людей ситуация. Ну, в какой-то момент подводить итоги рано, и у нас нет, это должны делать не мы и, наверное, не в наше время. Было это бесполезно или не бесполезно. Одно время это казалось очень полезным. Одно время казалось, что то, что мы делаем, реально меняет ситуацию. Ведь, ну, как бы все это началось, ну, вот, как вы знаете, кстати говоря, и из этой биографии, составленной КГБ, хотя там вот, ну, в этом смысле есть некоторая ошибка. Началось это действительно на Конгрессе российской интеллигенции в 92-м году, в ноябре, по-видимому, когда это был первый конгресс российской интеллигенции, собранный, собственно говоря, потому что всем казалось тогда очень велика опасность фашизма. Достаточно торжественно в колонном зале Дома Союзов. Один за другим выступали Гайдар, Яковлев, говорили об опасности фашизма. И тогда я попросил Скотского, который председательствовал, дать мне слово. И сказал, что опасность фашизма, конечно, есть, но для русской интеллигенции, с моей точки зрения, было бы гораздо важнее проанализировать ситуацию не с фашизмом и гестапо, а с такой организацией, как КГБ, которая оказала очень большое влияние на качественный и на количественный состав русской интеллигенции. Я говорил о том, что по-прежнему, несмотря на широковещательные разговоры, остаются закрытыми архивы КГБ, где очень много, ну, в том числе и просто документальных, художественных, каких угодно материалов, биографических материалов, как раз сказала в тетрадях то ли Марченко, довольно большом количестве рукописей Шаламова, которые были в моем архиве, о рассказах Виктора Платоновича Некрасова, которые так и остаются неопубликованными и были забраны у него на обыске. А тем самым, как потом выяснилось, подставив
замечательного юриста и замечательного человека Татьяну Георгиевну Кузнецову, которая едва не была убита после этого. Но я-то сказал еще о том, что, ну, вот, с одной стороны, я, значит, постараюсь сделать все, чтобы получить, по крайней мере, архив Шаламова, который был у меня, а с другой стороны, что вот я думаю, что было бы правильно провести такие слушания. Ну, и то, что в биографии там написано, что это Конгресс российской интеллигенции меня поручил, это на самом деле было как раз то, что я им вписал в резолюцию. Сами они этого, в общем, не очень-то хотели, но им неудобно было сказать мне, что они боятся. Но это впервые вообще, что сейчас трудно уже понять, но слова КГБ были сказаны вслух. В это время уже были публикации в «Огоньке», в «Московских новостях», какие-то публикации, КГБ, еще что-то такое. Но эти публикации каждый читал сам у себя дома. А когда я все это сказал вслух в колонном зале Дома Союзов, зал поразительным образом замер от неожиданности и непонимания того, как на это реагировать. Потому что вслух, ну, эти слова не говорились никогда. К этому времени еще. Вот. Ну, вот как, с одной стороны, следствием этого было то, что по моей просьбе Татьяна Георгиевна Кузнецова, которая была моим юристом, не к этому времени, и гласности, не к этому времени, по-моему, она уже была лауреатом золотой медали Плевака, членом правления Московского союза адвокатов и так далее, московской коллегии, она решила поехать в Калугу, чтобы ей было удобнее на машине, и поехала на моем «Жигуленке» с нашим шофером в Калугу. И повез Александр Морозов, который не только работал вот в гласности у меня шофером, но на самом деле был профессиональным автогонщиком, когда-то он выступал за сборную Москвы. И, может быть, только это и спасло жизнь Татьяне Георгиевне, хотя не спасло ни ему, ни в конечном итоге ни ее тяжелой болезни, по-видимому. Ну и будучи профессионалом, он тут же увидел, что еще пока они едут, поехали в Москве, что за ними постоянно идут машины. Он проехал один раз там на желтый свет светофора, соответственно, машина, которая ехала за ними, поехала уже на красный. Проехал по какому-то переулочку с односторонним движением, против движения. Машины ехали за ними. Это были какие-то, какая-то Вольва, кажется. А потом, когда они выехали уже за город, их взяли в так называемую коробочку. То есть и впереди, и сзади оказались тяжелые камазы. И как Саша не старался, он не мог не обогнать передний камаз.
не отстать от задних. И так в этой коробочке они и ехали. А ехали они в Калугу, потому что меня же вот второй раз судили в Калуге. Я жил в Боровске. Судили меня в Калуге, соответственно, изъятые у меня материалы были частью в моем деле, частью цены. В общем, это было в КГБ Калужской области. Ну и как бы моя ситуация была совершенно такая бесспорная. Если я реабилитирован, то почему, собственно, принадлежащее мне имущество удерживается КГБ? Естественно, рукописи моих знакомых – это принадлежащее мне имущество. Вот. И, но с другой стороны, было понятно, что… Да, я сказал, что ну, если нет, не будет возвращено, то я просто передам в суд. Дал доверенность Татьяне Георгиевне. И она с этой доверенностью, с другими документами, с бутылкой коньяка на всякий случай, какими-то конфетами так и поехала. Но около Малоярославца, километрах в 10. На этой, в общем, довольно ровной дороге был такой довольно высокий бугор, соответственно, с откосом с дороги. И навстречу выехал еще один КамАЗ, из-за которого вылетела машина, которая попыталась нашу машину сбить в кювет на большой скорости. Ну, совсем избегнуть столкновения Саша не смог, но тем не менее он смог, будучи профессионалом, смог удержать машину, и они не погибли. Но Татьяна Георгиевна получила ушиб головного мозга, у нее была переломана рука, еще что-то такое. То есть она несколько месяцев провела в больнице. У Саши видимых как бы повреждений не было, но через несколько лет он умер от опухоли мозга. И, судя по всему, это было результатом именно этого столкновения. Вот. Любопытно, что единственное, Малоярославца скорая помощь приехала буквально через 2 минуты и ждала просто где-то рядом. А у Татьяны Георгиевны пропали все документы, но не пропал коньяк, не пропали деньги. Вот, и когда, тем не менее, нам удалось все-таки добиться ни к чему не приведшего суда, больше всего следователей почему-то интересовало, а вот где берет деньги Григорианц? Меня там вообще не было. Его интересовало почему-то очень гласность и все остальное. С этого как бы началась история конференции, но потом уже в феврале 93-го года мы провели первую конференцию. В мае вторую. Как раз когда горел Белый дом, третью, это было рядом с Белым домом, в доме журналиста. Вот. И в результате
Во-первых, впервые было опубликовано множество материалов. Не столько даже в истории КГБ, хотя конференции назывались КГБ вчера, сегодня, завтра, но на самом деле в том-то и дело, что в отличие от мемориала, который занимался историей, нас интересовало не столько вчера, сколько сегодня и завтра. Нас интересовало, что происходит сейчас и чего можно ожидать в ближайшем будущем. Было ясно, что в результате всех переформирований как бы не только не исчезло, а я сравнивал его тогда с гигантским и, конечно, очень опасным для человеческого организма, в данном случае организма страны, гнойником, который теоретически, конечно, необходимо было удалить, но вместо этого начался перитонит, то есть гной разлился по всем частям тела. Если раньше это была какая-то вот такая все-таки сосредоточенная, пусть и опасная, очень опухоль, то теперь это было уже, была заражена вся страна. Вот что было совершенно очевидно, что в результате изменились функции. В советское время как бы было организацией надзирающей, карательной, но даже Антропову для того, чтобы развязать войну в Афганистане, все-таки потребовались очень большие усилия. То есть КГБ не руководило страной, не руководило даже никакой областью отдельно, ни армией, ни экономикой, ни политикой. В лучшем случае, в каких-то случаях влияло. Уже с 93-го года, уже в 93-м году можно было вполне внятно сказать, что если спецслужбы еще не пришли к полной власти, то, по крайней мере, финансовая деятельность, внешнеэкономическая, и многие другие не просто находятся под наблюдением КГБ, как это было бы раньше. Они находились просто в руках КГБ. КГБ начало непосредственно руководить все большим и большим числом отраслей русской жизни. Мы об этом пытались говорить каждый раз, когда представлялась возможность, и никто не хотел нас слушать. Все более-менее посмеивались и говорили, что никакого КГБ нет, его уже давно разогнали, и это уже все в прошлом, и никакой угрозы от со стороны КГБ нет, быть не может. В этом смысле было очень характерно. Я думаю, в конце 95-го года, может быть, в начале 96-го, почему-то редактору International Herald Tribune захотелось написать обо мне статью.
Это, ну, кто-то приехал, долго со мной разговаривал. И в конечном, и действительно в International Herald Tribune была довольно большая такая статья обо мне. В общем, очень доброжелательная. Хотя речь шла о том, что, ну, вот. Я много лет пробыл в тюрьме, вот, и издавал журнал «Гласность». А в это время, по-моему, был уже убит Тимофей. Вот. Жена и дочь его начали были эмигрировать. Еще, ну, в общем, много каких-то вот таких вот вполне бесспорных и сочувственных, собственно, вещей. Но кончалась эта статья замечательным вопросом. Что, ну, вот, вот, в общем, вот тут вот, все у Григорианца ничего. Единственный, конечно, вот есть пунктик такой, он всюду видит КГБ, которого вот давно уже не существует. Ну, в общем, это была такая вполне внятная позиция большинства людей и в России, и за рубежом. Хотя, конечно, тем не менее, наша работа в это время все-таки еще приносила какие-то вполне ощутимые плоды. Скажем, кроме конференции КГБ, мы проводили, это уже было около десятка, круглые столы по законодательству. И конференции, это были вполне конкретные материалы, вполне конкретные стремления, что ли. И нам реально все-таки тогда гласность, эти конференции, круглые столы пользовались таким влиянием, что нам реально удавалось вносить изменения законы об оперативно-розыскной деятельности, которые тогда принимались, законы ФСБ, ну и так далее. Это не значит, что все наши поправки принимались. Но тем не менее в этих конференциях принимали участие, и круглых столах принимали участие не только крупные юристы, не только общественно значимые люди, бывшие сотрудники КГБ, которые тоже считали, что все надо менять, ну и депутаты Думы, скажем, Басхолов, там некоторые другие, то есть все такое. В общем, реально работало. Да надо сказать, что и КГБ, в общем, ну, скажем, одной из конференций мы всегда присылали приглашение не только тем сотрудникам КГБ, с которыми сотрудничали, которые делали доклады, которые были сторонниками реформы, такие КГБ тогда были, но и вполне официальным лицам, потому что принцип был выработан, не помню, записанный или не записанный, но достаточно жесткие несколько принципов проведения конференции. Скажем, в оргкомитете не могли быть ни бывшие, ни нынешние сотрудники КГБ. Однако выступать они вполне могли. В том числе и вполне работающие там прямо сейчас. Никакая цензура или предварительная там допущение или недопущение докладов не производилось. Выступать могли люди с самыми разными взглядами. Единственные люди, которые не допускались,
Но это люди, которые не знали, о чем они говорят. То есть, которые там били себя в грудь и говорили, там, скажем, что КГБ это очень плохо, или наоборот, что КГБ это очень хорошо. Вот это было мне неинтересно. И эмоциональные доклады не допускались. А вот доклады профессионалов с любой стороны допускались и приветствовались вполне. Больше того, до 4-й, по-моему, конференции в КГБ просто посылались по просьбе, по их просьбе всегда не только пригласительные билеты, но и приглашались докладчики. Единственное ограничение, довольно жесткое, но, надо сказать, существенное, состояло в том, что да, докладчик мог говорить все, что он считает нужным, если он знал, о чем он говорит. Но после своего выступления он должен был обязательно отвечать на вопросы из зала. Вот уйти он после своего доклада не мог. А это совершенно меняло ситуацию. И, кстати говоря, на этом кончилось как бы легальное сотрудничество с представителями спецслужб. Потому что все-таки конференции были настолько популярны и важны, что их показывали и по телевизору. И когда тогда начальник Центра общественных связей КГБ генерал, как его, ну вот потом он работал, он сейчас в Думе, как вылетела из головы фамилия. Мукалугин, да? Нет, не Калугин. Ну, не ваше. Ну, выступил со своим докладом, там, который ему написали, который он согласовал, который он написал. Ну, с некоторым интересом или без всякого интереса этот доклад выслушали, потом начались ему вопросы, к которым он точно не был готов. И вот когда он начал отвечать на вопросы, а тысячный зал, по-моему, в нынешнем помещении Совета Федерации, начал над ним смеяться. А все это показали по телевизору на всю страну, как смеются над начальником управления КГБ и генералом. Вот после этого они перестали у нас выступать и перестали. Но, по-моему, на вторую конференцию был послан как раз этот самый нынешний председатель ЛДПР. Ну что такое? Я уж совершенно... Жириновский, да. Который там сначала ломал какие-то плакаты около входа и чуть ли не бил какую-то старушку. Потом откуда-то с трибуны кричал, что вот коммунисты тебя, вот Григорианца не доморили, я его из тюрьмы не выпущу. Потом ушел в парк культуры и отдыха и начал там собирать митинг в защиту КГБ от Григорианца. Ну и так далее. В общем, тогда это было очень существенной, заметной частью общественной жизни. Так или иначе, ну, как-то влияющее на ситуацию. Пусть не очень значительно, но тем не менее. Ну, к сожалению,
если о результатах говорить, наверное, все равно рано, потому что мы не знаем результата жизни вообще. И того периода в частности, чем все это кончится, и чем кончится, к сожалению, вот так легко предсказанный нами приход к власти КГБ в России, то бесспорно можно сказать, тем не менее, что, во-первых, мы не понимали структуры, как, в общем, в значительной степени не понимают его до сих пор, структуры российского общества и характера российской интеллигенции. На самом деле более-менее подробный доклад об этом, как мне кажется, понятно, конечно, что-то я смог сделать только на 9-й конференции, которая вот пока и была последней. Вот. То есть на самом деле мы понимали, что происходит, но мы не понимали, почему. Хотя я очень боюсь, что даже понимание ничего бы в этой ситуации не изменило. Потому что на самом деле и впрямь пока, по-видимому, рано об этом говорить, потому что просто далеко не все понятно, но на самом деле, конечно, надо было бы провести сейчас 10-ю конференцию КГБ, хотя бы для того, чтобы закрепить, с одной стороны, то, что мы наконец начали понимать, с другой стороны, ту часть известной нам истории, закрепить рассказ о том, как это происходило, по крайней мере, что об этом мы знаем, потому что иначе иначе и то немногое, что мы знаем, будет, конечно, забыто. Вот. Но это уже отдельный вопрос.